Представитель города Москвы. Ему 18 лет, вес 77 кг. Провел 22 поединка по тайскому боксу. Не одержал полуник. И все 22 победы из Москвы. Ахмед Шураев! Ваши аплодисменты! Его оппонент! Соперник красного лорика. Ему 19 лет, вес 78 кг. Победитель российский турнир Курнапашного боя. Федератор спорта Курнапашного боя. Один из победил мастера спорта. Представитель города Москвы Алексей Шураев! Заключительный бой сегодняшнего вечера. Форма была 2 раунда по бесплею. Что, нет никого? Девушка красивая!